Кирсанова учится в школе при музыкальном колледже «Комплекс» в классе Яны Аганесовны Касьян. Любит рисовать, петь, играть в шахматы. Своей музыкальной биографией обязана телевидению. Когда я постоянно телевизор включала и слышала звуки скрипки, то тогда остановилась, брала две палки и представляла, как я буду играть. Ну, тогда я еще ребенком была. Специальности струнные инструменты соревнования завершили Армения, Беларусь и Турция. Конкуренция была острейшей и, наверное, труднее всего пришлось самой юной участнице конкурса, 7-летней Наиле. Сегодня представители жюри поделятся мнениями об игре каждого участника. Очень понравилось. Приятно вообще было, даже как-то неожиданно, что на периферии сейчас хорошо учат. И хорошая постановка рук. Все технические навыки совершенно правильные. А еще приятно отметить артистичность. То, что иногда не всегда проявляется. Меня привлек ее темперамент. Темперамент, и не только темперамент, а вот, вы знаете, когда я ее слушала, я получала удовольствие от того, что она сама
увлечена тем, что она делает. Она играет с увлечением, с огромным. И это такой потенциал, который говорит о том, что она тоже должна стать интересной будущим скрипачкой. Сегодня мы в последний раз встречаемся на 6-м международном телевизионном конкурсе юных музыкантов «Щелкунчик». Но это отнюдь не грустное расставание, потому что «Щелкунчик» — это праздник, который всегда с нами. По регламенту нашего конкурса самые настойчивые могут сделать вторую, третью и так далее попытку улучшить свой результат. Единственное, этого права лишены только обладатели гран-при. Но при этом мы ни в коем случае не хотим сказать, что главное в нашем «Щелкунчике» — это победа. Нет, для телеканала «Культура» самое важное, чтобы с талантом юных музыкантов, которые приезжают в Москву, познакомилась миллионная аудитория телезрителей. По традиции, в финале конкурса «Щелкунчик» выступление участников оценивает объединенное жюри. И сейчас мы представим вам присутствующих членов жюри. Профессор Российской академии музыки имени Гнесиных, народный артист России Иван Мозговенко. Профессор Московской государственной консерватории имени Чайковского, заслуженный деятель искусств России Вадим Новиков. Солистка Большого симфонического оркестра имени Чайковского, лауреат международных конкурсов Мария Федотова. Шеф-редактор студии музыкальных программ телеканала «Культура», заслуженный деятель искусств России Валентин Тернявский. Профессор Московской консерватории, народный артист России, чемпион по подготовке лауреатов международных конкурсов Сергей Доренский. Лауреат международных конкурсов, народная артистка России, академик Любовь Тимофеева. Солист Московской филармонии, лауреат международных конкурсов Александр Гиндин. Дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия», лауреат международных конкурсов Евгений Бушков. Профессор Московской консерватории, народная артистка Советского Союза Наталья Шаховская. Преподаватель Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Чайковского, заслуженный деятель искусств России Галина Турчининова. Перед таким жюри взрослые бы конкурсанты трепетали. Что уж о детях говорить. Мы переходим к конкурсным прослушиваниям. Выступление финалистов открывает специальность духовые и ударные инструменты. И на этот раз в финал пробился инструмент, который за предыдущие 5 конкурсов ни разу там не был. Этой встречи могло вовсе не случиться, потому что, отправляя на отборочную комиссию «Щелкунчика» свои документы, этот конкурсант перепутал адрес, и документы пришли с огромным опозданием. Но ведь у нас сказочный конкурс. Отборочная комиссия собралась в полном составе ради одного кандидата на конкурс и прослушала его. И сейчас финалист Константин Ярославский, 11 лет, Барнаул.
Участники различных соревнований, конкурсов нередко движимы не просто личным честолюбием, но и похвальным патриотизмом. Мы все помним, как слезы навернулись на глаза Ирины Родниной, когда она поднялась на высшую ступень пьедестала почета и заиграл наш гимн. И это вполне понятно. Наша следующая участница приехала на конкурс «Щелкунчик», также движимая патриотическими чувствами. И в беседе с нами она как раз так и сказала: «Я приехала постоять за наш родной Казахстан». Сейчас перед вами выступит достойная представительница Казахстана, десятилетняя гражданка Павлодара Мадина Адамова.